Похищена двухлетняя девочка. Во вторник в районе 4-й Меланжевой улицы пропала Леоненко Яна. Бабушка малышки сразу сообщила о случившемся в полицию. В распоряжении сотрудников правопорядка оказалось видео с камер наблюдения, которые расположены недалеко от места происшествия. На записях женщина с длинными темными волосами, в светлой куртке и темных брюках уносит ребенка. У пропавшей Леоненко Яны темно-русые волнистые волосы и карие глаза. Была одета в белую ветровку, темно-фиолетовые брючки, белую шапку и розовые ботинки. Всем, кому что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по телефону 32-42-04 или 02. Пенсионерка прогуливалась с двухгодовалой девочкой в районе улицы 4 Меланжевой. Родственница недолго отлучилась в квартиру, оставив ребенка на улице, а вернулась уже и обнаружила, что коляска пуста. Работают все наружные службы полиции, оперативники, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные ведут поисковые мероприятия. Также работают кинологи со служебными собаками, обученные поиску людей.